Они те немногие, кто точно знает, работа – настоящий праздник. Сотрудники ЗАГСов 18 декабря отметят свою профессиональную дату. В честь нее в поселке Укромное Симферопольского района подвели итоги необычного всекрымского конкурса на лучшую брачную церемонию. На протяжении 2 месяцев регистраторы семейных союзов показывали свое мастерство и креативность в подходе к работе. Поздравляла победителей наша съемочная группа. На их глазах вершатся судьбы, а они сплетают их в одну прочную нить. Работники ЗАГСа чаще всех слышат слово «да». Алина Журавлева, к примеру, уже на протяжении 7 лет старается во благо брачующихся. И за это время зарегистрировала более 4000 браков. Девушка четко понимает, ее работа становится для молодоженов одним из главных моментов жизни, которые они, быть может, будут помнить десятки лет. Поэтому каждой паре Алина старается подойти по-особенному. Например, недавно провела обряд в русском стиле. Я очень люблю вести торжественные обряды бракосочетания. Мне действительно очень нравится это, потому что я с детства занимаюсь творчеством и привыкла ко всему подходить сердцем и душой. А сегодня Алина стала еще счастливее прежнего. В профессиональный праздник она узнала о своей победе в конкурсе на лучшую регистрацию брака. Кстати, именно за ту, что в русском стиле. Правда, пьедестал пришлось разделить еще с 3 коллегами из Алушты, Белогорска и Бахчисарая. Уж больно изобретательными и старательными оказались все конкурсанты. Подошли творчески очень все работники ЗАГСов к этому мероприятию. И каких тем только не было. Это очень важно, потому что это возрождение традиций наших для нашего многонационального Крыма. Это очень интересно. Всего в конкурсе официальных купидонов поучаствовали порядка 20 сотрудников ЗАГСа со всего Крыма. И практически никто из них не остался без подарка. Заслужили. В первую очередь оценивалась организация конкурса, изобретательность, новизна текстов. Ну и, конечно, как себя может преподнести человек, который зачитывает речь для молодоженов. Это очень важно. В течение 2 месяцев сотрудники ЗАГСов врачевали молодоженов в крымско-татарском, армянском, русском, украинском и греческом стилях. Таким образом, они надеются, что традиции народов полуострова не будут забыты, а наоборот, все чаще пользоваться спросом. Для этого аналогичный конкурс на лучшую регистрацию брака проведут и в 2016 году. Дарья Скобеева, Игорь Романенков. Время новостей.